Спортсмены мира, уважаемые гости, товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года открытыми. Вы слушаете голос Америки из Вашингтона. На очереди сводки новостей в час. Заместитель постоянного представителя Афганистана в ООН Абдул Хаким покидает свой пост в знак протеста против советской интервенции в Афганистане. В то время как советские войска отступают в провинции, пакистанские опубликовали заявление с призывом бойкотировать Московские Олимпийские игры. Доктор Киссинджер, отвечая на вопрос французского президента, сказал, что советы, войдя в Афганистан, застрянут там на... Советская интервенция в Афганистане наносит сильный удар по торговле в Кабуле. Резко упал приток туристов, а с ними и приток валюты. Кения. Мухаммед Али в среду совершил перелет из Кении в Нигерию. Перед отъездом Али выступил в Национальном олимпийском комитете и обратился к африканским спортсменам с призывом бойкотировать Московскую Олимпиаду. Я спокоен, меня ничто не волнует и не тревожит. Сердце бьется спокойно и ровно. Хочется только спать. Тело наполняется спокойствием и радостью. Я отдыхаю. Я отдыхаю. Веки становятся тяжелыми, глаза закрываются. Очень хочется спать. Я отдыхаю. Я отдыхаю. Очень хочется спать. Плакал, вот когда первый раз попал я в перестрелку, и мне дали, что я успокоился, наркотики. Я успокоился, я захотел спать, и я заснул. Мне показалось, ну, такое привидение было со мной. Мой голова летал, а я бегал за мою голову поймать. Но когда я бегал за своим головом, я не был без головы, я с головой бегал, поймал еще свою голову. Бегал, и еще сам себе говорил, что я должен поймать свою голову. Я дружил с одним парнем. Ну, я советовал, что ему, что так нельзя, что ему не надо так курить. Ну, потом он уволился, я не знаю сейчас он, даже я, он живой или мертвый. Ну, я могу сказать только, что он же человеком не был, когда он оттуда пришел. Просто это, можно сказать, что он там умер. Умер вот как личность, как человек, он там умер. А здесь уже было такое
существование, так сказать, после смерти, я бы сказала, в ожидании вот этого уже физической смерти. Ну, в конце концов, она и наступила, потому что так долго человек, в общем-то, жить не может, постоянно живя на наркотиках, постоянно живя в заботе, где их достать. Вот. Ну, а там все это просто происходит, там они захватывают у душманов склады с наркотиками, которые они должны уничтожить. Вот. Но они не уничтожают, потому что там офицер во главе или прапорщик, кто у них там стоит, он у них берет чеки, они их никак реализовать не могут, поэтому они отдают с удовольствием за алкогольные какие-то там напитки и за вот наркотики. Между собой делят и... О ребенке будущем вы говорили? Мы говорили, но дело в том, что он никогда не верил, что от него кто-нибудь может родить ребенка. Эти врачи, которые его наблюдали, они все говорили, что рожать ребенка от него, в общем-то, там, не знаю, не будет ребенка. Видя, видел, как человек умирает. Человек так сразу не умирает. Он борется со смертью, он не хочет расставаться со своей душой. Вот как улицу отрежет с головы, этот курица прыгает, вот так умирает человек, в общем. Вот этот сапер как-то подорвался, и дошли мы до этого нашего сапера. Он так говорил: ребята, помогите мне, я такой же солдат, как и вы. А у него были такие глаза, такие мокрые глаза, что я этого глаза никогда не забуду, пока я буду живым. Довести, что он не должен быть своего, что нашим доброту делают, что наши войска для них делают добрые дела. А они не понимают, что демократы и в социализме лучше жить. И они еще некроматные в Афганистане. Мне лично говорил афганец: ты сам уходи отсюда, это афганские земли. Thank you.
А в школу здесь нас всегда учат, что нельзя человека убить. Нельзя. А там приходилось убить человека. И это приходилось часто, убить человека. Пою, тебе некогда будет думать об этом. Потому что они тебя стреляют, убивают твои товарищи. А тебе все на все 19 лет. Все, я забыл, хочу забить, но не получается. Домой вас все будет. Вы будете пользоваться льготом. А вот приезжаешь здесь, приезжаешь там, тебя не уважают. Тебе вот часто говорят, что не я тебе послал в Афганистан. Вы уже афганцы надоели нам. А что нам остается делать с ними? Схватишь его за горло и задушишь. А потом начнут расследовать, как ты его задушил. А не поэтому, почему, что тебя заставили, что этого человека задушил. А как ты его задушил? Мне уже надоело эта жизнь. Вот так мне уже эта жизнь. Строго говоря, он не болен. Есть некоторые невротические проявления, но это не болезнь в клиническом смысле. Здесь речь может идти скорее о психологической травме. Его моральные установки, они сложились из газет, речей, лозунгов. И вот этот гипноз общественный создал у него определенные представления о жизни. И вот они-то естественно и пришли в противоречие с тем, что ему пришлось там пережить. Товарищи, 9-й год идет война в Афганистане. Сотни тысяч наших парней прошли здесь опасную и сложную школу мужества и героизма. Когда начался вывод войск на родину, мы предоставили всем западным корреспондентам побывать в любом соединении, в любом нашем гарнизоне. В ходе общения они поразились сознательности, политической и культурной эрудиции нашего воина, его интеллекту, способности свободно мыслить и говорить. Наши молодые люди в ходе службы проходят подлинную школу патриотизма и интернационализма и подходят к реальной необходимости вести ожесточенную борьбу с врагом. Яблоки на снегу, яблоки на снегу.
розовой нежной коже, ты еще поможешь. Я уже не могу, яблоки на снегу, яблоки на снегу. Ты им еще поможешь, я уже не могу.